вы будете первыми, кто услышит сегодня премьеру от замечательного артиста, великолепного вокалиста Руиз Амин. Сегодня представит вашему вниманию свой новый трек под названием «Странник». Я думаю, что вы слышали уже в других эфирах нашей радиостанции эту же музыкальную композицию на узбекском языке. А сегодня Руиз Амин представляет вам русскоязычную версию этого трека. Композиция под названием «Странник». Автор и композитор этой композиции сам артист Руиз Амин. Автором слов является Гавхар Шарипова, а аранжировку для них создал Азиз Халмурадов.